Всем привет! У меня сегодня дерзкий новый фильтр. Хочу поиграться с новым цветом волос. И после того, как я налюбовалась тут разными фильтрами, поняла, что я хочу покраситься в фиолетовый, как мне. Ой, привет всем стареньким, привет всем новеньким. Кто в первый раз у меня на эфире, поднимите ручку, напишите плюсики. И вот те, кто в первый раз у меня на эфире, вот им будет сегодня предпочтение разобрать их какие-то вопросы, потому что старички уже 1000 раз задавали вопросы, получали одни и те же ответы, так уже неинтересно. Вот, и хочу сказать, что это всего лишь фильтр, это не мои настоящие волосы, я сегодня играюсь, я хотела увидеть себя новой, думаю, что такое эдакое себе сделать, и вот наблюдаю, какая я классненькая, во, видите, пропал сейчас на секунду, ой, плюсиков много, классно, новеньких, классно. Короче, я хочу покраситься, но чтобы так покраситься, надо отбелиться и использовать эту тонировку постоянно, потому что краска тускнеет после там 5, наверное, раз помытия головы. Классно мне. Ну, хоть с фильтром сегодня на себя полюбуюсь. Так, у меня был тут первый вопрос. Буду ли я делать прививку от ковида? Если такая будет необходимость, как в обязательном порядке, то да. Если нет такой необходимости, то, конечно, я не буду, потому что внешняя реальность, да, это всего лишь проекция моего сознания. И я в принятии, то есть я принимаю все как есть. Мне не может навредить ни как сама прививка, если я ее сделаю, ни как ее отсутствие. Вот, если мне нужна какая-то болезнь, она все равно ко мне придет для того, чтобы показать какие-то мои узкие места в мышлении. И если я их проработаю успешно, эти сигналы тела в виде какой-то болезни, они проходят. Многолетняя практика, работая с людьми с болезнями, показывает о том, что нет никаких неизлечимых болезней. Нету никаких болезней, которые могли бы нам навредить. Они только полезность нам несут, говоря о том, показывая нам, это естественно сигнал тела болезни, показывая нам, где мы себя жестко тормозим, останавливаем, сидим в зоне комфорта, не идем жить, не наслаждаемся этой жизнью, не любим себя, не находимся в моменте здесь сейчас. То есть сигнал тела просто нам подается для того, чтобы мы осознали, как мы живем. И у болезни есть как вторичные выгоды, что нам очень выгодно заболеть, плюс еще это сигнал того, что где-то мы застряли. И каждая часть тела нам прям прямым текстом говорит, в каком месте мы застряли. Вот. Если у вас какие-то проблемы по здоровью, советую, изучайте психосоматику. Вот, и пользуясь случаем, прям пользуюсь. У меня скоро выходит 2 книжки по психосоматике, часть первая, часть вторая в издательстве. Мы ее уже с Викторией Лайван практически дописали, ее нужно редактировать, ну, для того, чтобы она более удобно читаема была, потом редакторам отдать ее на проверку уже для издательства, и можно будет пользоваться. Болезни — это хорошо. Вот. И буду читать ваши вопросы, любоваться собой. Я сегодня новенькая, мне так нравится, как я выгляжу. Хочу в жизни такие волосы. Или купить парик. Так, ты помирилась с мужем? А я с ним и не ссорилась. У нас давно нет отношений. Я сейчас в поиске нового человека, который будет со мной на одной волне. Вот, с мужем мы развелись, и все хорошо. Мы дружим. Он буквально приезжал ко мне в гости на днях, привез офигенный подарок мне на день рождения. У нас день рождения в один день.
Вот. Чайник такой очень красивый, необычный, просто необычный. Любуюсь им, кайфую. Мы с мужем друзья. Вот, но у нас разные дорожки. Так. Хочу на разбор. Ну, кто хочет на разборы, либо на сеансы с разбором, тем в директ записываться, там Виктория вам ответит. Ура, ты вышла в эфир, да. Так, вы так убьете волосы. Ну да, я согласна, чтобы поддерживать яркий кислотный цвет, это нужно будет постоянно убивать волосы красителями, согласна. Так. Страшно уйти от мужа, не проживу, нового не найду, что делать? Ну, пока вы не попробуете, естественно, вы не узнаете об этом. А с чего вы взяли, что вы нового не найдете? Я лучше буду несчастна по жизни, но зато стабильно несчастна. Вот вы вдумаетесь в это, да? Я несчастна, меня мой муж сейчас не устраивает, мы на разной волне. Мы друг друга уже не вдохновляем, друг другу уже не помогаем, мы не держимся рука об руку, как говорится, да, и у нас вообще дорожки разошлись, но я буду держаться и быть несчастна до конца жизни. То есть вы уже там на себе крест поставили. Зачем вы это делаете? Одумайтесь, пока вы не расстанетесь с этим прошлым, новое, естественно, не войдет. Но не может быть такого в жизни, чтобы вы остались одна. Ну не может быть такого. Как только вы отпускаете в голове уже старые отношения, в голове, то к вам начинают приходить новые со всех щелей. Что делать? Пробовать? Жизнь — это перемена, жизнь — это эволюция, жизнь — это постоянный какой-то рост, это постоянное какое-то движение, это все время идти в новое. Жизнь в старом не живет. Жизнь — это все время развитие какое-то. А развитие в старом, ну, априори не может быть. Поэтому нужно идти в новое и неизвестное. Все самое темное, все самое непонятное, все самое неизвестное, то, что вы не пробовали, не знали, не изучали, не видели, не трогали, не ходили, не читали. Там жизнь. В том месте, где вас еще нет. Мы идем туда. Вот. Все, что вы пытаетесь делать, как повторяемый процесс, одинаково в том месте, который вы уже там знаете, в комфорте в своем, там жизни нет, там вы себя очень жестко тормозите, и в вашем комфорте вы начинаете болеть. И наше тело всегда сигналит о том, что вы в комфорте застряли в своем, пытаетесь делать одинаковые действия, пытаетесь идти туда, где все вам уже известно. Но жизнь, развитие, эволюция в неизвестности, там, где вы еще не пробовали ничего. Поэтому перестаньте. А страх — это ваш маячок туда, куда нужно идти в первую очередь. Русалка, да, спасибо. Так. Как легко мириться с девушкой? Что не хватает девушке? Девушке не хватает любви, заботы, внимания. Любой девушке, да? То есть искренности вашей, настоящести. И каждая девушка хочет чувствовать себя рядом с другими защищенной, да? И подумайте, как закрыть эти аспекты, да, с девушкой. То есть, что мне такого нужно сделать, чтобы она почувствовала себя защищенной? Как я ее могу защитить? Какие слова могу найти для этого и действия? Как своим вниманием ее ввести в чувство, что какие девушки хотят чувство иметь, да и мужчины тоже, чувство комфорта, безопасности, свободы. Обещать и вешать лапшу на уши, конечно, это уже не работает. Вот, надо какие-то дела показать. Вы же творец, как мужчина, вы творец. Вам нужно сотворить какие-то дела. Удивить чем-то новым. Организовать что-то интересное. Но если девушка вами манипулирует, то нафига вам такая девушка?
Все, я обиделась. Обида — это реакция ребенка, а не девушки, не взрослого человека. Зачем вам ребенок? Вам нужны отношения между двумя взрослыми людьми. Да? Мужчина и женщина в отношениях должны вести себя, во-первых, на равных, а отсюда исключается мамочка и папочка, то есть женщина в отношениях не должна быть мамой для своего парня, у него есть уже мама. А мужик не должен быть папой для девочки, потому что у девочки есть папа. Ну и плюс исключить роли детей, перестать капризничать, обижаться, а все ситуации надо вместе обсуждать. И самое, знаете, главное, что убивает отношения, почему в семье очень быстро заканчивается секс, очень быстро заканчивается влечение друг к дружке. Потому что люди становятся родными. А между родными секса нет. Между родными появляется такая связь, ну это любой психолог вам расскажет, появляется такая связь родственная, а между родственниками появляется что, инцест, если они будут сексом заниматься? Почему мужиков тянет на измены, на других женщин, будучи в отношениях? Потому что любовницы, они чужие. Они еще неизвестны, непонятны, загадочны. И у них нет вот этого вот родства. И психологически нет вот этого инцеста. И женщины тоже хотят на сторону. Ну, девушки более такие к этому... Не то чтобы там серьезно относятся к отношениям, нет, у них больше страхов у женщин, и им страшно пойти изменить, вот, поэтому они еще более-менее там себя в руках держат, а мужики не сильно боятся, вот, они идут в эти отношения. Так вот, чтобы у вас в отношениях всегда был секс, не пытайтесь играть роли родителей и детей в отношениях. Не пытайтесь стать слишком близким родственником. Вот. Поддерживайте ваши отношения и не дружеские, потому что между друзьями тоже секса нет. А отношения как двух равноправных личностей, которые каждый занимается своей жизнью, но при этом вместе находятся, потому что просто классно. Не потому что ты мне должен. Ты мне должен защитить, заработать, там должен уют мне, Петрушка, рассмеши меня, мне одной скучно, ты мне должен веселить, там или еще что-то. Вот эти вот чувства долга все, они разрушают отношения. Вот. И для того, чтобы в отношениях у вас действительно была любовь, то вы должны поддерживать и букетный, конфетный период не месяц, не два, там, а годами просто. И стараться, ну, не чужими быть, как же это еще объяснить-то другими словами, а вести себя как любовники. Если кто-то был любовницей или любовником, вспомните, как вы вели себя, да? Даже не знаю, если у вас таких отношений не было, как вам это объяснить? Может быть, вы сейчас здесь мне в прямом эфире напишите в комментариях, да, я зачитаю. Как вы можете объяснить равноправные отношения двух людей, чтобы вы не стали родственниками? Потому что тогда влечение и секс, он пропадет. И вы будете жить ради детей, будете жить ради поддержания дома, ради штампа, потому что так надо, потому что я вдруг могу потом не найти себе мужика, он последний, единственный на планете, других вообще нету, пускай он хромой, больной, пьяница, но мой, и так далее. Вот. Как вот не доводить отношения до вот этого состояния? Если есть комментарии какие-то, я зачитаю, будет классно. Вот что вы про это думаете? Но я попыталась вам объяснить.
насколько я подобрала слова, я не знаю для вас. Так, давайте я сейчас немножко зачитаю. Нелли, подскажи, если на протяжении 2-3 дней постоянно какашки, кошка на кровать, то еще что-то, но постоянно попадается, и понять не могу, что это. Так, где-то вы себе. Наш материальный мир, да, это следствие нашего мышления. То есть мы внешний мир телепатически считываем и проецируем его. И все, что вокруг вот нас происходит, это реально то, что происходит в нашей голове. Если ваше животное начало вам гадит на постель, кошки, да, животное начало ваше, это ваши инстинкты, то вы где-то сами себе, получается, гадите, оставляете какашки. Какашки — это пережитки прошлого. То есть где вы капаете себе на мозги, чтобы тормозить себя, не двигаться вперед, капаете на мозги, вспоминая мусоля прошлое. Понимаете, как нужно расшифровывать внешний мир? То есть какие у вас ассоциации с какашками? Да? Это вот пережитки прошлого. Гадите себе на постели, это гадите себе в душу, получается. Да? Животное, животное начало, инстинкты. Ну вот, разберите, где вы каждый день мусолите какую-то фигню у себя в голове. И эта фигня вам вовне, ну вот такими кадрами киношки показывается, чтобы вы это все увидели, пощупали и примерили на себя. Так. Как считаете, будет ли опять все закрываться на карантин в этом году? Я даже не рассматривала этот вопрос, не могу сказать. Я стараюсь не знать будущее, хотя его просчитать однозначно можно, причем с вероятностью там 101%. Но другой вопрос, если мы будем просчитывать будущее, ходить там к гадалкам или там астрологией всякой заниматься, для того, чтобы знать это будущее, да, мы себе рисуем линейку определенного будущего, по которому будем идти. Но так как мы творцы, и лучше нам не знать и творить постоянно какие-то разные ветки и быть гибким в своей судьбе, да, то лучше вот это вот не знать. Наоборот, просыпаться каждое утро и говорить, я ничего не знаю. Но мне интересно, как сегодня там исполнится мое желание, что я буду находиться в состоянии счастья, любви, как мне вот сегодня будет комфортно. Только вы фокусом внимания вот в это направили себя, сразу приходит соседка, дает вам шоколадку, вы такие счастливые, в чувстве комфорта пьете чай. То есть ваша реальность начинает материализовываться вот с ваших чувств, куда фокус внимания. И если вы заранее начинаете что-то продумывать, просчитывать, у вас вот и идет вот этот вот, получается, путь, да, который вы проецируете, ну, своим вниманием. Зачем вам это делать? Я не знаю, будет ли этот карантин или нет. Если он будет, это классно. Почему-то это хорошо, потому что в этой жизни нет ничего плохого. Есть просто игра классная. Мы проходим разные уровни, разный левел, везде себя познаем, кайфуем в этом и наблюдаем за собой. Вот. Будет карантин или не будет, неважно. Главное, какие мы из этого уроки себе извлекаем и как нас это расширит. Ну, то есть мы смотрим на реальность вот здесь сейчас, которая с нами происходит, и находим для себя пути расширения, да, и как это все вот принять и полюбить. Поэтому вот, я не знаю, вот эти вот вопросы, а что будет, нафиг они нужны. Давайте вот в настоящем жить, вот сейчас, в моменте, кайфовать. Если вы сегодня плачете, если вы сегодня злы, если вы сегодня на жизнь просто, вот, как сказать, обижены, то завтрашний день будет такой же. Но если вы сегодня решаете, что, блин, да я счастлив, у меня есть руки, я живой, я могу дышать, у меня есть глаза, у меня есть ноги, я могу что-то сделать, я могу что-то сотворить, сегодня я могу открыть для себя новую еду, новые запахи, новые цвета,
почувствовать, что я могу слепить тому снега, и провести этот день счастливым, на утро вы просыпаетесь, и ваш день будет продолжаться таким же счастливым. И куда ваш фокус внимания, то вы будете проецировать. Но если вы будете постоянно наблюдать вокруг какашки, блин, они же будут бесконечно продолжаться, пока вы не поменяете свой фокус внимания куда-то. Кто вы по гороскопу? Это так важно. Ну, я вообще козерог. Как ты относишься к татуировкам? У меня нет ни одной татуировки, и вряд ли бы я когда-либо согласилась бы на них. Вот. Но я очень люблю татуировки и на девочках, и на мальчиках. Вот. Сама я не решаюсь их себе сделать. Вот. Но я очень кайфую, когда парни в татуировках, и у меня подруга, у нее тело там в красных розах, две подруги, и я просто кайфую вот, ну, от этой красоты нереальной. Сама я просто не люблю боль. Или люблю, не знаю. Вот, но я чудо не готова. Хочу разбор, хочу разбор. Так, в прямом эфире. Ну, может, уговорите, ладно, у меня тут есть карты для разбора. Сейчас я почитаю ваши сообщения и, может быть, возьму и разберу кого-нибудь. Так. Твое желание с пентхаусом исполнилось или уже перехотелось? Я живу в таких хоромах, у меня все исполнилось. Так что, блин. Кто в Москве, можете приезжать ко мне в гости. У меня большие апартаменты. Конечно же, исполнилось. Так, а к чему в пространстве очень много в последнее время людей нетрадиционной ориентации? По телеку, на работе? Мужчины с явно выраженными женскими энергиями. Я, кстати, вела эфир на эту тему. У нас сейчас период такой жизненный, да, у всего человечества, трансформационный, когда люди начинают просыпаться, начинают осознавать, кто они, что мы не человек, набор программ, по которым мы живем как робот, да, мы больше, чем человек, мы творцы, мы тот творец вообще, который этот мир и создал. Играем во всех этих скафандрах, как наблюдатели, наблюдаем, познаем сами себя. И мы не мужчина отдельно и не женщина отдельно, мы 100% и мужчина, и женщина в одном теле, в нас две энергии, мужская и женская. Ну, даже не буду так делить, если честно, назвать, я не очень это люблю, но иногда так говорю, чтобы понятнее было. Вот, и женская энергия, это мы просто условно так называем, на самом деле нет никакой женской и мужской энергии вот в нас, вот прям как что-то такое определенное. Нет, просто чтобы понять эти понятия, как-то мы их вот называем. Женская энергия — это же наши желания, наши внутренние желания, которыми мы творим этот мир. И наше принятие, как мы его принимаем. Мужская энергия — это энергия творчества, делания, творения. Вот, и мы учились, женщины, принимать, да, когда мужчины все за нас сделали, ну, во внешнем проявлении мира материальном. Вот, мужчины делали, а женщины, они хотели, получали, принимали. Мужчина там забивал мамонта, женщина принимала этого мамонта, создавала еду, уют, там, шкуры свежевала, там, одежду шила и так далее. То есть мы проходили эти этапы познания мужской силы и женской. Сейчас каждый человек должен открыть в себе две энергии. То есть в женском теле мужская энергия, можно сказать, была заблокирована сознанием, ну, нашими программами. Мужская энергия в женщинах программами заблокирована, да? Женская энергия в мужчинах была тоже заблокирована программами. Сейчас каждый начинает развивать и мужскую, и женскую свою сторону. Но так как это трансформационный период, и люди бессознательно начинают развивать эту мужскую, женскую историю в себе, и не понимает, как эту энергию использовать, то это, вот, можно сказать, экспериментальное человечество, да, которое не понимает, что такое мужская и женская энергия, да, и как ее проявлять. И поэтому мужчины начинают чувствовать себя женщинами,
просто не понимая, как это использовать по-другому. И это нормально. Это просто такой вот трансформационный сейчас процесс, когда женщина начинает себя чувствовать мужиками, да, эмансипация пошла тут у нас, женщины с остальными там яйцами работают, зарабатывают, я все сама, я мужик, хоть и в юбке. Вот, и наоборот, мужчины начинают познавать себе женское. Вот. Другой вопрос, что как это используется вот в таком искаженном виде, это пройдет. Это пока временный этап такой эволюции, не знаю, 10, 20 лет, 30, 40. Сколько на это времени человеческих понадобится лет, это ну, никому не известно. Но это просто такой трансформационный процесс. Это естественный процесс эволюции, раскрытие в себе мужской и женской энергии. То есть мы, по сути, бесполые существа. Мы поиграли отдельно в женщину, мы поиграли отдельно в мужчину. Сейчас мы начинаем развивать обе стороны, и к чему приведет эволюция там через 100 лет, там 200-300, никто не знает. Может быть, мы будем человеки с телом не, ну, со временем, мне так кажется, неразделенными. То есть нельзя будет сказать по человеку, женщина он или мужчина, то есть это будет какое-то двуполое существо со временем, я так думаю. Так что вот. Опиши свое состояние любви к себе, что ты в это вкладываешь. Тю. Каждый эфир об этом, что я в это вкладываю. Любовь к себе — это внимание к себе в первую очередь, да? Что я хочу, что я чувствую, какой у меня импульс что-то сделать. И самое главное, что такое любовь, это переводить темное в светлое, плохое в хорошее, негативное, негатив пленочка, да, в фотографию, в проявленное, в понятное. То есть все недостатки переводить в таланты. Все, что мы считаем недостатками своими или других людей, это то, что нам не достает раскрыть в себе, потому что в этом мире есть все. Мы с вами творцы, проявлены в этом материальном мире во всем. Мы не только тело, мы проявлены нашими чувствами в уплотненной форме, вот, начиная с тела и продолжая дальше. Молекулы на теле в проявленном нас не заканчиваются здесь. Дальше нашего тела продолжаются молекулы идти, и весь мир — это также продолжение нас. Мы не заканчиваемся на своем теле, мы продолжаемся дальше. И внимание и любовь к себе — это принимать все как часть себя и видеть все непонятное, негативное, плохое, якобы плохое, хотя, блин, делить на плохое, хорошее — уже надоело. Мне кажется, этот этап эволюции уже у нас прошел, когда мы это все делили для того, чтобы обозначить что-то, разграничить. Кстати, вот первая, вторая, третья серия сериала про деньги как раз-таки об этом и говорит, да, для чего мы делили на плохое, на хорошее, почему Бог разделил на небо и землю и так далее. Вот там вот очень хорошо Ольга Доможирова и я, мы объясняем вот как раз-таки ответ на этот вопрос. И любовь к себе — это познавать себя, то есть все, что мы не принимаем, принимать. Мы расширяемся вот как раз-таки, вобрав в себя эту непринятую часть. Все, что мы отрицаем, все, что мы не понимаем, все, что мы не видим, все, что для нас темное, страх в том числе, это все то, что очень просится приняться в нас. Так. Первый раз, я первый раз, у меня вопрос, ты хочешь детей? Да, до недавнего времени я не хотела, сейчас хочу. А если практически нету болезней, это плохо. Если на физике нету болезней, это опять же неплохо, нехорошо. Но периодически у вас все равно возникают какие-то сигналы, тела. Если вы... Тут, понимаете, есть две стороны медали.
либо вы заглушили эти сигналы тела, и поэтому болеют вокруг люди, потому что те люди, которые вокруг вас находятся, это тоже часть вас. И если вы не позволяете своему телу болеть, то будут болеть дети в первую очередь, да, а дальше ну, остальные родственники, и круг расширяется. Друзья, знакомые, там малознакомые. Вот. Либо если вокруг все здоровы, вы здоровы, значит, с вами все хорошо. Вы счастливы и идете по пути своего предназначения. То есть вы себя наблюдаете, ощущаете, любите, идете в перемены, живете, наслаждаетесь этой жизнью. Если вы наслаждаетесь, то, естественно, о каких сигналах тела, связанных с болезнью, будет идти речь. Тогда не будет таких сигналов. Но вы знаете, да, болезнь не приходит одна. Если вы болеете, то всегда проблема еще и с деньгами, либо с отношениями. Потому что если уж сигнал какой-то о вашей остановке идет во внешнем мире, то это сразу и болезнь, и проблемы, и долги, и отношения, и любви нету. И на работе что-то случается, и бизнес не идет, и кокос не растет, и перемен нету, и путешествий нету, и желания ваши не сбываются. Вот, то есть оно сразу либо скопом, либо вы счастливы. А если вы счастливы, то и вокруг, во всех сферах жизни у вас все хорошо. Как вы относитесь к афрокосичкам? Никогда не носила. Ну, вряд ли, наверное, буду носить. Очень благодарна за позитив, как вы светите, вдохновляете. Спасибо большое. Нелли, сегодня зеркальная дата. Как правильно загадать желание? По поводу зеркальных дат, там... ретроградных Юпитеров, там, знаков зодиака или еще что-то. Я не знаю, мы просто это придумываем себе поиграть, ну, потому что так просто прикольно, вот, работает это или нет. Не могу сказать определенно, потому что работает, по идее, это все, мы же творцы. Вот, а вот насчет правильного желания, как его загадывать, здесь у вас очень хороший вопрос. Я часто рекомендую осторожно относиться к вашим желаниям, и если уж их желать, то делать это правильно. Нет, конечно, правильного и неправильного, да, оно все есть, но есть большое «но». Видите, как витиевато я пытаюсь захватить ваше внимание, чтобы вы сейчас навострили уши и прислушались. Я серьезно к этому пытаюсь сейчас подойти, чтобы вы... вдумались в этот момент. Если вы говорите «я хочу, чтобы у меня не болела нога», это равносильно тому, что сказать «я хочу отключить в своем мозге какие-то рецепторы, которые будут подавать сигналы, естественные сигналы тела. Я хочу обесточить свое тело, чтобы оно не выполняло свою определенную функцию, то есть я хочу отключить свою чувствительность, ощущение и чувства. То есть я хочу стать бесчувственным чуваком и не чувствовать, как я лишаю себя какого-то там сигнала, и вследствие этого не смогу распознать, да, причину каких-то остальных проблем, которые по цепочке пойдут. То есть, видите, если вы говорите о том, что я не хочу, чтобы болело тело, вы делаете только хуже. Как по-другому сказать, чтобы у вас не болели ноги? Желание, да? Если сигналят ноги о том, что они там болят, у вас боль, какие-то проблемы, это значит о том, что вы куда-то не туда идете. Вам некомфортно идти, вам тяжело идти. Ну, идти по жизни имеется в виду. Идти в ваши интересы, в ваши желания, в ваше хобби, там, в ваше творчество, куда-то. Вот, и ноги об этом сигналят вам. Значит, желание мы такое себе загадываем. Я желаю комфортно идти по этой жизни, чтобы мне было легко идти в свои желания, идти в свои интересы. Я хочу легко двигаться по жизни. Вот
Вот в таком ключе это будет очень мудро. То есть перестаньте желать в отрицательном контексте. То есть я хочу, чтобы перестали болеть ноги. Вот, я хочу комфортно идти по жизни. Я хочу, чтобы мне было удобно, легко. Или, например, я хочу, чтобы у меня перестали портиться там глаза, зрение. Опять же, я хочу отключить сигнал тела, да, который мне показывает на то, куда я не хочу смотреть. То есть я не хочу принимать материальную действительность. Если я не принимаю этот мир таким, какой он есть, у меня портятся глаза. Значит, как мы должны желание свое построить? Я желаю, чтобы я принимала материальную действительность как есть, да, и чувствовала себя счастливо и комфортно при этом. То есть пытайтесь переводить ваше желание вот, ну вот, блин, наоборот. Какой еще пример привести? Я хочу, чтобы у меня не было долгов. Опять же, в отрицательной форме. Это говорит о том, что вы вовне, допустим, уберете этот сигнал. То есть внешняя материальная действительность — это просто тот же сигнал, в каких чувствах вы живете сейчас. Если у вас внешние долги, соответственно, внешний мир — это же ваше зеркало просто, которое показывает о том, как вы себя здесь сейчас чувствуете. Если у вас внешние долги, то значит, у вас накопились долги к себе. А вы — это не ваше тело. Вы — это больше, чем ваше тело. И какие у вас могут быть долги? У вас долги к себе — это любовь, это внимание, это жизнь, это наслаждение жизнью, это радость. Это счастье, жить здесь и сейчас. Ведь наша жизнь — это же процесс наслаждения творчеством, творения этой жизни. И вы все не хотите наслаждаться процессом жизни. Вы хотите побыстрее достичь цели. А конечная цель жизни — это смерть. Так нахрена вы так быстро бежите к смерти своей? И не наслаждайтесь вот этим процессом. Наслаждайтесь вот этим процессом. Любые цели, которые вы перед собой ставите, вы к ним вот бежите, сломя голову, да, а вот самим процессом не наслаждаетесь. Цель достигаете, не остаетесь несчастны. Потому что смысл-то не в достижении цели, а вот процесс вот этот вот. Поэтому, если вы испытываете проблемы и трудности с деньгами, с долгами, то задайте себе вопрос, что мне этот мир в виде долгов показывает, да, что я должна у себя понять в голове, что происходит. Я себе задолжала, а что это задолжала? Любовь, счастье, радость, внимание, да, много чего я задолжала себе. Быть в моменте, быть в наслаждении этой жизни, быть вот прямо сейчас, наслаждаться кофе, наслаждаться, что я просто есть, любить себя без целей, без знаний, без каких-то причин. Ведь настоящая цель — полюбить себя без причин. А мы, пытаясь в этой жизни столько всего сделать, только вот ради одной цели, чтобы полюбить себя. Вот если я красива, я люблю себя. Если я не толстая, я люблю себя. Если я там прочитала не одну книгу, а 10, я еще больше себя люблю. То есть у нас каждый раз идет достижение цели для того, чтобы себя полюбить. Вот ради чего-то. Но истинный смысл жизни — просто быть и любить себя не почему. Вот просто тотально любить без причины. Если вы научаетесь любить себя без причины, просто потому что вы есть, это достаточная причина, понимаете? То никаких внешних долгов вовне у вас априори не будет, потому что долги к себе — это полюбить себя. Просто полюбить себя, не ища какие-то причины, ради чего я могу любить себя. У вас вся жизнь занята не наслаждением этой жизни, потому что вы себя не принимаете, да, а поиском причин, из-за чего я могу любить себя, из-за чего я могу жить, из-за чего я могу существовать. То есть вы всю жизнь занимаетесь поиском себя, причин. А этих причин нету. Понимаете? Поэтому желание оставить надо. Вернемся к желаниям, да? Я желаю, чтобы у меня пропали все внешние долги.
Это абсурдное желание. Это говорит о том, что я хочу, чтобы я отключила внешние сигналы, подаваемые мне этим внешним миром, о познании себя. Да, я хочу отключить все эти внешние сигналы. Вот, тогда ставьте цель. Я хочу просто наслаждаться жизнью и радоваться. Ведь деньги вам нужны для чего? Чтобы наслаждаться жизнью, чтобы радоваться, чтобы исполнять ваши желания. Но это же всего лишь средство. А если вы возьмете и скажете, я хочу наслаждаться жизнью, радоваться, просто вот я хочу наслаждаться жизнью, радоваться, не пытаясь умом придумать, каким способом это осуществится. То есть деньги для вас — это лишь способ осуществления достижения радости, способ осуществления достижения вашего желания. А желания вам нужны, чтобы чувствовать определенные чувства. Как таковое желание вам оно не нужно. У вас две причины достигнуть желания. Чтобы почувствовать что-то, какие-то эмоции, либо насладиться этим процессом, потому что большинство, там 99,9% людей достигают желания и не заканчивают, никак не могут достигнуть, потому что у них подсознательное желание делать именно этот процесс, который ведет к этому желанию. Многие не хотят достигать, еще раз скажу, многие не хотят достигать желания, потому что им нравится процесс. Но они этого не понимают и ругают себя за это. А вы поймите, что вы все желаете только ради одного, ради процесса. Вы играете в компьютерную игру, если вдруг играете, либо если играли раньше, вспомните, что когда вы регистрируетесь в игре, делаете там аватарку себе, начинаете собирать первые монетки, у вас нету мыслей, чтобы у вас через 15 минут был гейм-овер, и вы закончили эту игру. Вы хотите построить города, вы хотите собрать монетки, собрать скилл, вы хотите там поубивать кучу монстров, вы хотите наслаждаться игрой. Вот. А в жизни вы так не делаете. Хотя наша жизнь, ну, прям реальная копия этой компьютерной игры. И если вы будете играть в жизнь как в игру и чувствовать себя актером, ну и режиссером одновременно, блин, то ваша жизнь будет такая счастливая, такая классная, такая кайфная, когда вы перестанете спешить куда-то, желать от ваших недостатков, а вот наслаждаться сейчас, блин, вы будете счастливы. Поэтому ставьте желания ваши, хорошо подумав. Когда вы поставили свое желание себе, это как... Зачем вообще надо желать что-то? Для того, чтобы туда переместить свой фокус внимания. Вот. Потому что куда фокус внимания, то мы и материализуем. Это нормальная практика — желать. Но если вы что-то пожелали, перестаньте разрисовывать план, как этого достичь. Вот это вот самая большая ошибка. Если вы скажете, я ничего не знаю, мне интересно, как сейчас это желание исполнится. Мне просто интересен сам процесс. Вот как оно сейчас возьмет, так завернется, как вот это вот сейчас кадры материального мира сложатся передо мной. Вот интересно, как это осуществится. Я творец, я хочу по-новому. Я хочу так, как я еще не знаю. Я хочу так, как я еще не проходила. Потому что эти все желания, я примерно уже понимаю, как они могут сбыться, но это уже неинтересно, я в такие игры уже играл, в фантазиях играл, либо в реальности, неважно, это уже неинтересно, там нет энергии. Энергия вся ваша, которая осуществляет ваши желания, в незнании, там, где вы еще не понимаете, что делать, как делать. Энергия вся в творчестве, понимаете? А творчество — это создание нового. Если вы уже примерно начинаете обрисовывать план, как осуществить ваше желание, вы уже потратили всю энергию. Ваше желание не может осуществиться таким способом, который вы для себя продумали, потому что этот способ уже пройден мыслями либо прошлым опытом. Это не творчество. Энергия, она в творчестве. Вы творцы. Человек становится творцом и богом и может сотворить любое свое желание, когда он творит, создает новое, когда он не знает. Поэтому написали желание и выкиньте его, пожалуйста.
ну, на листочек записали и выкиньте, забудьте. Наблюдайте, как оно осуществится, не зная как. То есть идете и веселитесь, кушаете мороженку, идете, играетесь там в карты, общаетесь с людьми, танцуете, поете песни, работаете, не знаю, спите, что угодно делаете. Вот. Но не пытайтесь продумывать вот этот вот план осуществления до вашего желания, потому что там нет энергии. Ваши действия всегда должны быть новыми. Вот это и есть настоящее творчество Бога, творчество Творца. То есть не живите шаблонно, как запрограммированные роботы. То есть не будьте человеками, будьте творцами. Человеки, они просто живут по накатанной программе. Вот эти вот программы в голове, наши убеждения, они нас тормозят от всего, там определенный путь какой-то есть. Так, я вообще заболталась, заговорилась, подождите, что-то столько написали. Так. Как похудеть? Вот у меня в сторис было, как похудеть. Мы вовне материализуем все наши чувства в уплотненную форму, да, вот что чувствуем, то и уплотняется. Если ваше тело уплотнено, это значит, что вы ваши чувства не выпускаете наружу. То есть ваши чувства, они дают вам эту полноту. Но эта полнота, не проявленная вовне, за пределами вашего тела, она внутри. То есть вы полноту этих чувств не выпустили наружу, оставили при себе. Вот если вы научитесь быть без маски, настоящим, как есть, улыбаться, когда хотите, гневаться, когда хотите, раздражаться, когда хотите, плакать, когда хотите, говорить, что вы хотите, проявляться, как вы хотите, тогда ваше тело будет в той норме, которая делает вас счастливым. И вот этот шаблон, что вот эти сантиметры — это типа нормально, а другие сантиметры там чуть побольше — это ненормально, это тоже шаблон. Кто вообще сказал, какое тело должно быть эталонным? Да? Реклама? Ну, можно здесь и говорить об одном и том же, обмусоливать, там, любовь, не любовь к себе, все такое. Но опять же, короче, самое глубинное я вам уже сказала. Можно про полноту очень много говорить, почему мы полные. Вот, но самое главное — это то, что ваши чувства подавлены. Вы не настоящие. У кого-то это через тело проявляется, у кого-то через другие факторы. Все мы творцы, и у каждого индивидуально по-своему это проявляется. Но подавленные чувства, я имею в виду, по-своему проявляются. У кого-то подавленные чувства через заболевания какие-то, у кого-то через полноту тела, у кого-то через проблемы в отношениях, у кого-то через деньги, у кого-то через там еще какие-то проблемы. Но все проблемы только из-за одного. Самый большой корень всех зол — это подавленные чувства, потому что мы мир творим чувствами. Весь мир, вся материя, все уплотнено в уплотненную форму вышедших наших чувств наружу или не вышедших, наоборот. Поэтому чувство — это вообще главное. Мы не тело, мы чувство. И если вы задумаетесь, как вы живете, как вы проявляетесь, любите ли вы себя, не почему, либо ищите причины, чтобы себя любить, вот покопайтесь в этом и решите тогда свои проблемы и с деньгами, и с отношениями, и со всем. Помоги, 2 недели болит глаз, весь красный, не могу понять, что не хочу видеть, как понять? Ну вот, как это, у вас вокруг по-любому какие-то проблемы происходят, вот какие проблемы у вас вокруг происходят, то вы и не хотите видеть, принять, почему это хорошо для меня, почему сейчас это меня развивает, какой опыт мне это дает. Выпишите ваши проблемы, это и есть то, что вы не хотите видеть.
На работе у вас проблемы, в семье, в отношениях, в сексе, с телом, с деньгами, где-то с кем-то поссорились. Я же не знаю, что у вас там в жизни происходит. Но если у вас проблема с глазами, то вы реально не хотите видеть. Либо вы очень сильно что-то хотите видеть, то есть изменить, не принимаете материальный мир как есть. Что-то очень сильно хотите изменить и видеть что-то другое. Плюс еще... Нет, не буду это говорить, догадайтесь. Нелли, привет, привет. Не могу понять, зачем люблю женатого мужчину, с которым нет общения. Ну, вы его не любите, мы не можем других людей любить. Любовь — это внимание к себе. Любовь — это видеть себя и свои желания. Любовь — это процесс претворения ваших желаний в реальность. Любовь — это расширяться с темного в светлое, долюбливать недостатки, переводя их в таланты. То есть вот это любовь. А те привязки, подоить кого-то ради чего-то — это, ну, не любовь, это эгоизм. И вы путаете любовь с эгоизмом очень жестко. Я люблю женатого мужчину. Вот что он вам дает? Блин, вам выгодно его любить. Очень выгодно, да? Он женатый, он не свободный. А вам не нужен свободный человек. Вам не нужен человек, который будет рядом с вами. Вы не хотите, у вас есть на это причины. Можно покопаться в прошлом, хотя мы прошлое создаем здесь, сейчас, но неважно, оно просто показывает, что у вас сейчас в голове. Можно покопаться в прошлых отношениях, потому что все отношения будут копировать друг дружку, пока вы не поймете, что именно вы себе пытаетесь показать. У вас есть, блин, большие выгоды. Подскажите, зачем вы хотите, чтобы ваши инсайты крал другой человек? Почему вы хотите, чтобы на ваши жизненные вопросы, которые вы пришли познать сами в этой жизни, да, разобраться в них, просто включить голову и подумать, порассуждать, чтобы за вас вам все сказали, хотя вам уже неоднократно жизнь это тысячу раз показывала, давала ответы, и каждый человек, который приходит в вашу жизнь, говорит только о вас, потому что все люди — это ваше зеркало, и они все приходят и говорят об одном и том же. На все ваши желания, на все ваши запросы приходит каждый человек и просто вам показывает ответ. Но вы не хотите это слышать и бесконечно ищете эти ответы, чтобы, блин, кто-то все равно пришел и решил за вас. Так не получится. Пока вы сами не поймете, ну, в вас это не встроится. Даже я вам сейчас скажу ответ. У меня есть четкий ответ, да, для вас. Почему вы любите женатого? И какие выгоды? Но вы же пойдете дальше завтра к Кате. Заплатите деньги, чтобы она провела с вами сеанс. Потом пойдете к астрологу. Потом пойдете к нумерологу. Потом пойдете еще к кому-то. И вы будете так бесконечно ходить от одного к другому, пока у вас не закончатся все деньги или не знаю что. Вот, начните рассуждать уже. Почему мне выгодно? Почему мне выгодно сейчас не иметь рядом с собой мужчину? Я признаю, я не хочу сейчас иметь мужика рядом с собой. При этом понимая, что мы не можем никого любить, и нас тоже никто не может любить. Потому что любовь — это не те привязки, о которых вы, блин, думаете. И это не химия вообще нифига. Химия, любовь даже вместе рядом не стояли. Это парик или ты так покрасилась? Это не то и не то, и новое третье. Так.
меня так и произошло. Стали родственниками, да, гостевой брак, не твоя собственность. Во. Это в начале, да, я про отношения говорила. Я только сейчас начинаю листать сообщения. Так. Ой, спасибо. Да, с фильтрами, знаете, как хорошо? Хорошеть-то. Он и зубки отбелит. Ну, хотя они мне и так белые. Вот. И волосы покрасит. И тут все синяки уберет. Включайте фильтры, тоже будете красивые. Ой, блин. Так, сейчас я чуть-чуть. Я хочу разбор, все хотят разборов. Так, я сейчас почитаю, подождите одну секундочку. Подскажите стоимость курсов. Ребята, у меня по ссылке в профиле, меню, топлинк. Вот, там есть все курсы. Кстати, скоро туда добавится очень много курсов, очень много книг. Мы уже все подготовили. Надо только добавить и вот запустить. Все, не хватает времени. И завтра у меня писательский марафон начинается. Кстати, давайте его прорекламируем. 2500 рублей, люди. Все курсы у меня 1000 евро стоят, а тут вот 2500 рублей. Чисто сделала... Вот такую вот маленькую сумму, хоть для какой-то маленькой мотивации не бросать, потому что марафон идет 33 дня, где вы научитесь писать. Неважно, что вы хотите писать. Книги, блоги, колонки, рекламу, что угодно. Если вы хотите свой клевый, неповторимый стиль, это еще раскрытие творчества, это и похудеть, кто хочет, выплеснуть все чувства наружу, проявить себя, показать себя, раскрыть в себе вот реально творчество. Творчество — это вот не просто петь, танцевать, это каждый раз что-то делать новое, и вы через письмо, выплеснув очень много всего, что в себе подавляли, через это письмо сможете понять на этом примере, как творить, ну и в других там сферах. Марафон будет клёвый, все... Тексты мы будем публиковать в Телеграм-канале, и в день самый лучший текст, который будет, ну, такой самый прикольный, мы будем публиковать в Инстаграм-канале писательском. Вот, поэтому прям рекомендую записаться. Вас будут читать очень много людей. Я хочу разрекламировать этот канал, чтобы вы себя показали. Если вы умеете писать, но не практикуете это каждый день, то советую пойти, да. Если вы не умеете писать, так тем более. Если вы хотите раскрыть себе творчество, тем более. Вы хотите проявлять свои чувства, тем более. Хотите похудеть, тем более. Запустить денежный поток, тем более. Если у вас какие-то проблемы со здоровьем, тоже вам на писательский марафон, потому что мы будем заниматься выплеском вот этих чувств подавленных, из-за которых у нас болячки, проблемы с деньгами, в том числе и с полнотой веса и так далее. Вот, здесь такой вот марафон будет творческо-психоделический, я даже не знаю, как сказать. Вот, и 2500 — это такая посильная сумма, я так думаю. Марафон стартует завтра, но принять участие вы можете в любой день, хоть через неделю, хоть через месяц, хоть через там, год. Мы будем этот марафон вести на постоянной основе, вы присоединяетесь, и в тот момент, когда присоединились, у вас идет отсчет первый день, второй день и до 33-го дня. Вот, финал 33-й день. Вот, для того, чтобы попасть, пишите в директ, то, что я хочу участвовать в писательском марафоне. Завтра идет старт, но еще раз говорю, вы можете оплатить в любой момент и начать в любой момент, хоть через месяц. Почитайте, последите там, как люди начнут трансформации свои. Будет очень классно и наглядно видеть рост каждого человека, увидев его пост, который он напишет там в первый день, а потом там на 10-й, а потом на 15-й, а потом на 30-й день. Вот. Марафон по книге «Путь художника».
Я не читала книгу «Путь художника», тем более по книге, не знаю, нет. Чисто моя идея, как обычно, творческая. В первый день, как только вы начинаете свой марафон, я вам даю инструкцию, гайд. Я написала мини-книжечку такую, как вести себя на марафоне, что делать, как писать. В общем, инструкция, как нужно писать. И я там дала очень много рекомендаций. Плюс вы можете не участвовать в этом марафоне, купить отдельно этот гайд, и у себя в Инстаграме на своих страничках писать. Вот, люди, которые подпишутся на мой марафон, они просто получают как бы популярность за счет того, что мы будем друг друга рекламировать и публиковать. Вот. Ну, вы можете купить книжку, я не знаю, она будет стоить 200 рублей. Вот, и почитав ее, начать писать сами, не участвуя в моем марафоне, проходя свой собственный марафон. Так тоже можно, без проблем. Вот. Открыла вас для себя недавно, вдохновилась, просто хочу сказать спасибо. И вам тоже спасибо, что вы меня слушаете, смотрите. Многие считают, что я несу бред. Вот, я тоже так считаю. Я кайфую, говорю, что хочу, проявляюсь, не надо выплескивать все свои чувства, эмоции, все, что я думаю, я хочу говорить. Неважно, кто как к этому будет относиться и кто меня поддерживает, вот, вас еще больше люблю. Кто не поддерживает, ну ничего. Скоро вы тоже дойдете до этого, и через какое-то время все равно осознаете, что путь к себе, он один-единственный. Полюбить себя, заняться собой, видеть во всем любовь, кайф, радость. Почему плохое — это хорошее? А все, что хорошее, там нет энергии, оно уже становится плохим, неинтересным, скучным и уже не работает. И так далее. Вот, поэтому вот такие дела. О, хороший вопрос. Почему я часто воспоминания мамы? Чего-чего? Вопрос потерялся, начала читать. Как такое возможно, что я помню воспоминания мамы? Ну, так как у нас даже родители не существует, и родители родились после нашего рождения, а не до. Сначала появились мы, да, а потом появились родители. То я хочу сказать, что родители — это просто ваше отражение вашего сознания. Каждый человек — это просто клеточка вашего головного мозга, проекция вовне, киношки с вашего проектора в голове. И поэтому в этом мире может быть все что угодно. И прошлого не существует, и будущего тоже. Мы всегда в моменте сейчас находимся, но не осознаем этого. Кто-то не осознает, кто-то учится жить и осознавать. Тра-та-та. Если оплатить через месяц, тоже цена 2500. Да, она будет символическая всегда, я не буду ее ни повышать, ни понижать, ни делать акции, ничего. Вот, так что можете пока читать тексты марафонцев, вдохновляться, подписаться на канал Telegram, либо Telegram там будет все полностью тексты, каждый будет публиковать каждый день. А в Instagram мы будем выбирать один или два лучших за день публиковать. Так. Когда тебя слушаю, будто вспоминаю то, что знала. Но у нас одно коллективное сознание, мы все это знаем. Мы знаем все языки мира, мы знаем все изобретения, которые еще даже не изобрели, и которые изобрели, и все. Мы одно сознание, единое. Мы просто клеточка одного целого организма, и мы помогаем друг другу вспомнить себя, кто мы есть на самом деле, и мы не люди. Я подстриглась, все осуждают. Так, Надежда, это вы где-то в глубине души не согласны с вашими переменами, а вам люди просто это транслируют.
говоришь, что можем посмотреть на других, говоришь, что можно посмотреть на марафонца, потом вступить, а это будет в прямых эфирах. Нет, смотрите, группа Инстаграма и группа в Телеграма открыта для всех. Вы можете читать эти все посты, просто вы не можете, как марафонцы, писать в этих группах. Читать можете, вступайте прямо сейчас. Вот, ну когда вы оплачиваете писательский взнос 2500 рублей, не евро, вы будете писать эти посты в нашу группу, и мы будем отчаянно друг друга рекламировать и комментировать. И вас будут читать. С сыном проблемы, не работает, не идет работать, играет на гитаре, считает меня дурой. Отлично, Надежда. Он вам говорит, это ваш внутренний ребенок, ваш интерес. О том, что ваш интерес ничего не хочет делать, вам не интересно ничего делать. Вам хочется только играть на гитаре, шарманку крутить одну и ту же. Не хотите идти в новое и считаете себя там дурой, недостойной, чего-то там неумной, короче... Займитесь своей жизнью, и все. От сына отстаньте. Пускай хоть бомжом станет. Отстаньте от него. Ваша миссия уже с сыном была произведена. Можно так сказать. Отстаньте от сына. Займитесь своей жизнью. Но самое, что смешное, как только вы занимаетесь своей жизнью и делаете только то, что вам нужно, смотрите на себя, не пытайтесь другим помогать, а себе помогаете быть счастливой, радостной, там, жить в любви и кайфе, расширяться, познавать этот мир, жить, вот прям в прямом смысле этого слова, идти в новое, жить, то вы увидите, что ваша родня и ваш сын вдруг начинают работать, начинают заниматься собой, а сейчас пока сын вам отражает вас в зеркале. Так что отстаньте от него. Карантина тоже не существует, ну да. Еще Фрейд с Юнгом доказали. Нету вовне звуков, нету вовне цветов. Это так устроены наши глаза. Устроено ухо. Вовне, они начали с малого, да, но вовне нету вообще ничего. У нас эти киношки, голограмма вот эта вот вся, она в голове прокручивается. Но... человеку это знать сейчас не обязательно, иначе нам не будет интересно играть в эту игру. Мы, боги, все это забыли. Вернее, один бог, един творец. Мы все это забыли, чтобы поиграть в эту игру было интересно. И карантин нам нужен тоже коллективно всем для определенных опытов, целей и развития. Чтобы остановиться и начать просыпаться, жить здесь, сейчас. Мы слишком сильно куда-то бежим. Нам кажется, если мы куда-то уедем, убежим, чего-то достигнем, где-то там лучше. А вот здесь, сейчас херня полная, да, нам куда-то надо. Мы для себя закрываем эти границы для того, чтобы остаться в покое, остановиться и хотя бы оглянуться, что вокруг происходит. И это коллективное желание было. Поэтому очень хорошо, что у нас карантин. Так, я обещала кого-то по картам разобрать и заболталась. Давайте я сейчас выйду с прямого эфира, зайду снова без вот этих синих волос и разберу по картам, кто хочет. Быстренько дочитаю. Нелли, так все-таки нас много, и мы все части одного целого, или же ты одна? Ну, я одна, и все остальные части меня же. Все остальные персонажи моего кино. В смысле, определись, это одно и то же. Это не раздельно. Нас много, и мы все части одного целого, или же ты одна? Ты вдумайся, что это одно и то же.
У тела моего много клеточек, вон, посмотрите, и рука есть, и глаза есть, и волосы, и кожа, и на коже столько клеточек вообще во всем теле. И каждая клеточка, она как бы отдельно. И сейчас каждая клеточка имеет свое сознание, между прочим, да. И если вы не будете мешать своему телу, тело знает, как быть здоровым, как, где какие импульсы подавать и что делать. Ноги знают, куда идти, руки знают, что делать, глаза знают, что видеть. Если вы не будете мешать сами себе всякими там диетами, напряжением каким-то, заставлять свое тело что-то там, не знаю, делать, насильно его там менять или еще что-то. Тело знает, ну, что ему нужно. Какую температуру воды пить. Если вы не будете специально знать, до какой температуры там подогреть свой чай, вы просто отключите кнопочкой чайник в том месте на определенной температуре, которая вот здесь сейчас вот прям нужна вашему организму для оздоровления, если вы не будете мешать. Точно так же и люди все вокруг. Это часть одного целого. И если я часть одного целого, я одна. И все клетки меня, это же тоже я. Зачем определяться? Вы пытаетесь, Дмитрий, взять и поделить это неделимое зачем-то. Так, ой, сколько еще написали? Все хотят разбор. Разборы записывать в директ. Разбор стоит 7000 рублей. Но я одного человека сейчас разберу. Выйду с прямого эфира. Разберу просто вот. Просто вот. Первый вот, кто нажмет залезть ко мне в эфир, того и разберу. Я с вами прощаюсь. В этом эфире и перейдем сейчас через минутку в следующий. Давайте не через минутку, 5 минут я приду. 5 минут. Я хочу налить себе кофе. Нет, он мне налит, уже остыл, холодный. Выпью и приду. Через 5 минут будет разбор. Короче, готовьтесь. Когда я разбираю одного человека, поверьте, все, кто будет смотреть эфир, вот с вами срезонирует, и вы все осознаете, как будто это была ваша проблема. И ваши ответы на вопросы. Так всегда происходит. Так что не переживайте, одного разбираем, а ответы на всех. В том числе для меня. Я когда человека разбираю, любого, я сразу это примеряю на себя. И каждый приходит с запросом для меня. Все. Целую, со всеми прощаюсь. Кто новенький, в следующий эфир давайте. Через 5 минут. Не расходитесь. Я еще фильтр поменяю.